Всем привет из Киева, столицы Украины. Сегодня 16 сентября 2020 года. Сегодня мы определяем пол пчелы. Пчела прислана на анализ из Белой Церкви. И кажется вам, это очень легкий вопрос. Пол пчелы очень легко определить, потому что пчеловод знает, что есть рабочие пчелы, есть самки королевы и есть трутни. И вот нам прислан анализ как бы трутень, и мы хотим посмотреть все признаки, которые характеризуют его как трутень. Извините, что экземпляр лежит кверху пузиком, потому что погиб, но только что погиб этот самец, как бы. И мы пытаемся выяснить, что же у него есть за признаки, которые определяют его как самца. Итак, он достаточно мягкий, поэтому мы можем его потрогать, покрутить, посмотреть. Живой экземпляр я уже показывал в других видео. Сейчас попробую его даже повернуть. Просто лампа у меня светит достаточно ярко. И покрутить. Свеженький. Опушение очень пушистое. Это, значит, все-таки самец. Опушение вот очень густое, гораздо более густое, чем у рабочей особи, которая является самкой. Но выводится не из неоплодотворенных яиц. Самец. Самец. Вот смотрим на ножку. Это третья пара ножек. Значит, это неоплодотворенное яйцо, самец. Эта ножка не имеет бедро, голени. Голень и первый членик лапки не имеет зеркальца. Голенькие такие. Без опушения. Сейчас мы попробуем приблизить и посмотреть. Так, приближаем. Осматриваем внимательно. Так, первый признак, который бросился в глаза. Задние ножки. Задние ножки тоненькие. Замечательно, задние ножки тоненькие. Что насчет хоботка? Хоботок коротенький. Похоже на самца. Хоботок коротенький. Что насчет глаза? Глаза. Сейчас посмотрим. Смотрите, глаз. Глаз большой. Глаз большой. Какое-то странное мы наблюдаем. Расцветка. Расцветка этого экземпляра. Это вот трутня. Одна часть желтая, вторая часть коричневая. Уже что-то странное наблюдаем. Все-таки хоботок коротенький, как у трутня. Глаз вот с этой стороны мы видим большой. Так, что-то немножко. Так, вот резкость. Видим, что с левой стороны серый, это абсолютно как бы у трутня. С правой стороны более темный. Так, смотрим. Смотрим дальше. Крутим, крутим. И глаз с правой стороны очень крупный. Очень крупный, занимает большую часть головы. Вот здесь даже глаза сходятся практически наверху на лбу. Так, значит, это самец. У самца сходятся глаза и практически здесь сливаются вместе. Так, значит, это самец. Смотрим дальше. А смотрим с другой стороны. Смотрим другую ножку. Смотрите. А тут ножка какая-то другая. Тут ножка расширенная, вот имеется первый членик лапки. Зеркальце, вот волоски. Получается, эта ножка, как у самки, у рабочей особи, которая развивается из оплодотворенного яйца. Так, что-то непонятное, уже непонятное. Так, еще все-таки приблизим, посмотрим. Левой стороны лапка. Так, видим широкий первый членик лапки. Четыре маленьких. Бедро, голень. Голень волосистая. Это значит, как у рабочей особи. Сюда собирается же пыльца. Видите, гладенькое. Зеркальце такое получается. Поворачиваем в обратную сторону. Может, мы что-то перепутали? Нет. А с этой стороны, смотрите, лапка другая. С этой стороны лапка голенькая. Так, так, извините. Экземпляр еще чуть-чуть живой, поэтому тут надо будет внимательно. О, смотрите. А эта ножка совершенно тоненькая. Гораздо более тоненькая. Итак, с правой стороны мы видим ножка, как у самца. Глаз, как у самца. Хоботок, как у самца. С правой стороны ножка широкая. Так, зеркальце.
А что же с глазом с левой, вот с этой стороны? Вот смотрите, глаз тоже какой-то разный. Смотрите, с левой стороны, получается, правая сторона головы. Сейчас еще раз навожу. Осторожнее. Итак, с левой стороны глаз вот большой. Очень большой. Не в движении здесь. Подносящийся пинцет мешает. Так, хоботов. С левой, вот, вверху это глаз. Правой стороны он крупный. А внизу, с правой, с другой стороны, глаз маленький. Это глаз рабочей особи. То есть самки. Так. Но все-таки пушистый. Вы смотрите, какой очень опушенный. Все-таки похож на трутня. Проверим, что же у этого трутня за гениталии. Кому его можно отнести по гениталиям. Для этого потрогаем на брюшко. Что-то там тоненькое такое виднеется, непонятно. Извините. Все-таки сокращение брюшка. Попробуем потрогать. И надо трогать пчеловода брюшко, чтобы показал копулятивный орган самец. Ну покажи, покажи. Сейчас экземпляр, к сожалению, уже почти что погибший. Конвульсионное движение. Нечего. Мне приходится потрогать этот экземпляр, потому что очень интересно посмотреть, как же выглядит, что же на конце брюшка, самец это или самка. Самец или самка, ну покажи. Потому что у рабочей особи есть жало, у самца есть копулятивный орган. Что же здесь больше? Что же здесь должно быть? Здесь же должен копулятивный орган быть. Ну покажи, покажи. Извините за такое движение. Вот так делают пчеловоды. О, смотрите, смотрите, так и показалось. Что показалось-то? Что-то там не то показалось. Это же трутень. Это же трутень. Живой еще чуть-чуть. Не погибший. Ну, покажи. Трутень показывает жало. Что это за новости? У какого трутня есть жало? Жало есть у самки. У рабочей особи. У тебя не может быть трутня. Жало. Трутни без жала. Не бывает таких трутней. Ты чудо природы. Покажи еще раз. Я не верю. Увидели? Ну вот мы наблюдаем сейчас, к сожалению, на погибшем экземпляре легкие движения. Брюшка и маленькая тоненькая иголочка с правой стороны. Вообще-то говоря, эта иголочка не просто иголочка. Это и есть как раз вершина жала. Так, терпение, еще раз попробуем. Так, может быть, еще конвульсии. Все-таки показывалось что-то. Обычно у самца появляется копулятивный орган. А у рабочей особи есть жало, которое хочет ужалить. Что здесь мы наблюдаем? Сейчас на вершинку. Сейчас я с другой стороны попытаюсь раздвинуть три этой стороны. Так, 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 так. Как? Ой! Жало! Ой! Ой! Жало! Трутень с жалом, друзья мои. Как и предсказал владелец пасеки, говорит, у меня мутанты. Рабочие особи с глазами трутней. Или наоборот, трутни с жалом. Но вы же видели? Вот, 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 видите, опять жало. Так, ну раскрываю теперь секрет. Вот мы видим
теперь одновременно задние две ножки. Одна ножка с правой стороны, которая на самом деле в кадре получается левее или по центру, она такая голая. Это ножка самца, трутня. А с нижней стороны, которая получается левая, ножка самки или рабочей особи. А у нас гермафродит. Да-да-да, трутень гермафродит. Гермафродит. Или гинандроморфия такая имеется. Когда мы видели, половина разделена, даже грудь пополам, цветочным цветом. Разделена ножки. Разделены глаза. Один глаз с левой стороны получается глаз самца, с правой стороны глаз самки. С левой стороны ножка самки, а с правой стороны ножка самца. Ой, уже запутаешься. А что же гениталии? А гениталии — яйцеклад, видоизмененный под названием жало, которые имеются у рабочих особей. Таким образом, у нас гинандромов, который показывает нам признаки и самца, и самки. Вы сами видите его даже по разделению грудки. Цветовое разделение грудки. Это не я его подкрасил, это он не запотел. Это он на самом деле такой. Я пытаюсь подстроить одна часть тела более светлая грудки, а вторая часть грудки более темная. Соответственно, и разделение у гинандромов. Одна сторона самец, вторая самка. И самый интересный признак было, конечно, жало. Что это за трутень с жалом? Или это может быть рабочая особь с жалом, но с глазами самца. Все, полностью запутался. Одним словом, это и есть гинандроморф, включающий признаки и самца, и самки. Вот такие бывают чудеса у многих насекомых. Но здесь мы подтвердили, что такое бывает и у медоносных пчел. Гинандроморф. Это не часто бывает, не каждый это заметит. Но теперь мы с вами знаем, как обнаружить гинандроморфа и как его отличить от обычного трутня и от обычной рабочей особи. Итак, в нижней стороне кадра находится самец, трутень, а в правой, верхней части кадра видим пушистую ножку, это рабочая особь, самка. Вот такой интересный гинандроморф. Полутрутень, полурабочая особь. Нельзя сказать, что это королева, а скорее всего можем сказать рабочий особь-трутень, гинандроморф, включающий признаки самца и самки. Пишите, наблюдали ли вы таких у себя особей с глазами, как у трутня, но с жалом. Все-таки интересные бывают природы, дарит нам удивительные чудеса. А мы будем продолжать снимать вам видео и показывать, постараемся, еще другие экземпляры гинандроморфа, который нам прислали на исследование. Смотрите на канале, будет интересно. Покажем в разных ракурсах подтверждение, что это трутень с одной стороны, а рабочая особь, самка, с другой стороны. Пока-пока, подписывайся на канал и пишите, замечали ли вы таких особей у себя. До новых встреч на моем канале. И заходите на Patreon, поддерживайте украинскую науку. Пока-пока, до новых встреч на моем канале.